Творчество и хип-хоп – две истины тату-мастера Даниила Самарского. Эти увлечения повлияли не только на его жизнь, но и на внешний вид. Тело в рисунках, одежда свободного кроя и грилзы – модный аксессуар для зубов. Это не та вещь, в которой ты проводишь ежедневно. Это более аксессуар какой-то для, не знаю, повыпендриваться, для понтов. Вот, поэтому, ну, от такого редкого воздействия я не думаю, что эмаль особо как-то страдает. За зубами особо ухода нет. В плане грилз их стоит чистить аккуратненько, лучше максимально мягенькими щеточками. Блеск металла ослепляет, но такие украшения не для всех. Большинство все же предпочитают естественную улыбку. А чтобы зубы были здоровыми, ухаживать нужно с раннего возраста. Уговорить, пообещать игрушку, сладости, мультик, а иногда и заставить. Каждый день, чтобы Данил почистил зубы, его мама проходит ряд испытаний. Я сначала сама чистила, потом он начал своим пальцем чистить. У него есть старший брат, и поэтому смотрит на брата и повторяет за ним по большей части, потому что Ленька уже сам умеет чистить, у него это хорошо получается. Провожают по уму, а встречают по улыбке. Красивые и здоровые зубы – визитная карточка современного человека. Зубная щетка, паста, нить, порошок. В аптеке есть средства на любой спрос и кошелек. А фирм и производителей столько, что любого покупателя поставят в тупик и заставят битый час простоять у витрины. Так что же выбрать, чтобы улыбка была красивой, а зубы здоровыми? Если самостоятельно определиться не получается, всегда можно посоветоваться с врачом-стоматологом. Он проконсультирует и поможет подобрать средства индивидуально. Я рекомендую пациентам использовать зубные щетки средней степени жесткости для регулярной ежедневной чистки полости рта. Мягкие зубные щетки мы используем при наличии воспалительных процессов, а также после хирургических вмешательств полости рта. Что касается жестких зубных щеток, я бы их не рекомендовала. Особый подход их чистки. Нужно расположить щетку под углом 45 градусов и характерными движениями проводить ею от десны к режущему краю зуба. Обходим все зубы выметающими движениями и переходим к жевательной группе боковые зубки, которые уже будем чистить возвратно-поступательными движениями. Каждое движение мы производим в количестве не менее 5. Таким образом, все зубы мы чистим в течение от 3 до 5 минут. Здоровье полости рта не заканчивается зубами. Десна, слизистая оболочка. Чтобы улыбка была действительно голливудской, раз в полгода для профилактики нужно посещать стоматолога. Для этого нужно прийти в поликлинику, любую государственную поликлинику, взять с собой полис, паспорт и СНИЛС. Бесплатно это устранение острой боли, это пломбирование зубов, удаление, может быть, пародонтологические какие-то виды лечения, их можно получить бесплатно. Протезирование, имплантация не входит в систему ОМС и всегда платно. Чтобы зубы были красивыми и здоровыми, уход должен быть системным. Если чистить их дважды в день, после еды пользоваться нитью или межзубным ёршиком, ваша улыбка будет безупречной. Татьяна Балыкина, Руслан Хохлов. Утро нового дня.